Это был один из самых неуклюжих прыжков в моей жизни. МДжей недовольна. Да, ладно. И еще. Прости, Чарли. Сбиваешь человека с ног, пускаешь мое расследование под откос. И все, что ты говоришь, это «прости, Чарли»? Это у тебя шутки такие? Что? МДжей? Нет, я облажался. Хотел разрядить обстановку. Разрядить обстановку? Ты понимаешь, что именно из-за этого мы расстались? Я думал, ты хотела сосредоточиться на карьере. Мы расстались, потому что ты обращался со мной как с ребенком. Не делай то, МДжей, не делай это, МДжей. Это слишком опасно, МДжей. У меня нет паучьих суперспособностей, но я не хрустальная. Ты пробралась в середину вооруженной бас... Может, не будем сейчас об этом? Ладно? Узнала что-нибудь о докторе Майклзе? Хорошо. Майклз где-то в Бауэре. Соболь будет переводить его завтра в полдень. Круто. Что-то еще? Кажется, перед моим появлением он говорил о центральном вокзале. Он... Нет, ничего такого. Послушай, мне надо идти. Материал горит. Питер. Значит, она все еще злится. Питер. Молодец, мистер супергерой. Питер, я готов начать новый тест. Ты где? Неловко вышло. Мой автобус сломался, а такси не было. Но я буду, как только смогу. Это мама Майлза. Алло? Мистер Паркер, это Рио Моралес. Я хочу сказать спасибо, что предложили Майлзу работу в приюте Пир. Рад помочь. И, пожалуйста, зовите меня Питер. Мистер Паркер — это кто-то не я. Должна предупредить, что он сомневался. Я поставила его перед выбором – работа или новый курс терапии. Ему нужна эта работа. Он не хочет быть жертвой или вызывать жалость. Прекрасно понимаю. Скажу тете Мэй и постараюсь быть там в его первый день. Еще раз спасибо. Это очень важно для нас обоих. Чарли обстреливают демоны. Эй, я опоздал. Доброе утро или вечер? А, неважно. Проверишь нейросенсоры? Время отклика слишком велико. Хорошо. Нужно меньше 3 миллисекунд. Так, думаю, можно оптимизировать это реле. Отлично. Ладно, что дальше? Какое-то сопротивление в сети нейросенсоров. Закончил. Отношение сигнал-шум не то. Новый сигнальный процессор уменьшит задержку.
Я сделал, док. 2,8 миллисекунды. Хорошо поработал. Это почти что успех. Это почти что невероятно! Вам нужна помощь? Да. Доктор, в чем дело? Уже стало заметно. Доктора называют это нейродегенеративным расстройством, вызванным регулярной работой с токсичными веществами в молодости. Простите, я могу что-нибудь сделать? Ты уже делаешь? Самое ужасное, это влияет только на мышцы. Разум продолжает работать, а вот действовать нет. Об этом знаешь только ты, Питер. Пусть так и остается. Конечно. Если ты захочешь найти другую работу... Я пришел работать сюда из-за того, что у вас вот тут. И оно никуда не денется. И я тоже. А, Питер, чуть не забыл. Я прочитал увлекательную статью на тему будущего нейронных интерфейсов. Я посмотрю. Спасибо, док. Доку нравятся такие штуки. Использовал их в аспирантуре, когда работал с радиоактивными изотопами. Говорит, они держат его в узде. Что это, док? Никогда не видел такой материал. Это можно использовать для сварки. Мы получим качественную магнитную изоляцию и ограничим взаимные помехи между интерфейсом и руками. Помню свое первое собеседование тут. Пришел в грязной рубашке, опоздал на 10 минут, ловил грабителя. Почему док решил меня нанять? Надеюсь, он не жалеет об этом. Подключается напрямую к базальному ядру. Интересно, но опасно. Не знаю, док! Чтобы сработало, нужен массив волокон из галлия! И все равно велика опасность травм! Галлий, гениально! Ради этого я готов на риски. Мы справимся. Питер начинает подозревать. Не показывает вида, но я знаю. Он видел мой тик. Заметил, как сложно мне стало передвигаться. Что ж... Я сам нанял гения в помощники. Конечно, он догадался. Но мне нужно время. Моя работа поможет миллионам людей. Спасет миллионы жизней. И мою, возможно, тоже. Мне просто нужно время. Хм.
Доктор серьезно болен. На этой стадии он за год потеряет способность ходить. А если поторопимся, внутричерепной имплант может сделать все еще хуже. Даже изменить его личность. Мы должны быть осторожны. А, док, простите, моя тетя написала... Не переживай, Питер. Я сам хотел сделать перерыв. Вот только проверю телеметрию. Спасибо. Вернусь через пару часов.